В центре настольного тенниса «Карвин» прошел первый детско-юношеский чемпионат Кыргызской республики по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из Чуйской, Жалабадской, Иссык-Кульской, Таласской областей и города Бишкек. По традиции сначала были разыграны медали в командном зачете. В итоге первое место среди юношей заняла команда города Бишкек-1 в составе Эрискелиди Тагайбекова, Акалбека Калилова и Атая Касымова. В соревнованиях среди девочек первенствовала также команда города Бишкек-1, в составе которой играли Рамида Абдиметалипова, Аяна Уланбекова и Назгуль Сулайманова. Затем были разыграны медали в личном зачете, причем в личном разряде медали были разыграны в трех возрастных группах. В результате проведенных соревнований среди юношей 2003-2005 годов рождения чемпионом страны стал представитель Карвин спортклуба Эрискелиди Тагайбеков. Чемпионом страны среди кадетов 2006-2008 годов рождения стал еще один представитель Карвин спортклуба Акалбек Калилов. И в состязаниях среди мини-кадетов 2009 года рождения и младше золотую медаль завоевал воспитанник Карабалтинского спортивного клуба «Манас» Ислам Ибраимов. В турнире среди девочек 2003-2005 годов рождения чемпионкой страны стала бишкекчанка Нурлан Кызыайсулу из команды «СДЭШОР». Первое место среди девочек 2006-2008 годов рождения заняла представительница Карвин спортклуба Рамина Абдиметалипова. И среди девочек 2009 года рождения и младше золотую медаль завоевала бишкекчанка Раяна Мураталиева из команды СДЭШОР. В парном разряде среди юношей чемпионами стали Эрискелиди Тагайбеков и Акалбек Калилов из команды Карвин. В парном разряде среди девочек чемпионками стали Рамида Абдиметалипова, спортклуб «Карвин» и Айназик Бекбасунова, ДСУШа города Токмок. И среди смешанных пар звания чемпионов республики завоевали Эрискелиди Тагайбеков и Нурлан Кызыайсулу. Победители и призеры были награждены дипломами и медалями от Ассоциации настольного тенниса Кыргызской республики.